Но ведь человек пишет, потому что мучается, сомневается. Ему все время надо доказывать себе и окружающим, что он чего-нибудь достоит. А если я буду знать наверняка, что я гений? Зачем мне писать тогда? Какого рожна? Вообще-то, я должен сказать, существуем мы для того, чтобы... Сделайте любезность, но оставьте вы меня в покое. Ну, дайте мне хоть подремать немного, я же не спал сегодня всю ночь. Оставьте свои комплексы при себе.